по заказам. Если вы не знаете, внимательно слушайте, то сейчас компания не дает заказать больше, чем один пакет за раз. Видите? В связи с тем, что сейчас новое производство устанавливается, имеется в виду новое оборудование, в связи с тем, что старые посылки еще не все получили, то есть в 2018 году, сейчас 80% заказов по акции, которые были и в декабре, будут отправляться в течение 14 дней. То есть сейчас компания после Нового года вышла, и вот все вот эти заказы, которые еще были по акции, плюс вот эти декабрьские, будут высылаться. В течение 14 дней у вас должно в отслеживании появиться номер отслеживания. Теперь смотрите, что получается. Видите, сейчас за раз нельзя заказать 2 зеленых пакета. Видите? Нельзя заказать за раз 2 целлера смешанных. Нельзя за раз заказать 2 смешанных продукта Elevate и получается Acelia. Поэтому, что на сегодняшний день мы должны с вами понять, друзья. Как правильно сейчас сделать заказ? На днях президент компании пообещал, что можно будет заказывать 6 пакетов за раз, но доставка будет дороже. Раньше доставка была $13, и компания работала в минус. То есть компания отправляла вам, что большой пакет за $13, что 6 пакетов за $13. Значит, в новом году 6 пакетов компания добавит, но доставка будет не $13, а больше. Всем понятно, да? То есть компания целый год, считайте, в убыток по доставке работала, она один пакет большой отправляла за $13 и 6 пакетов за $13. Поэтому компания скоро добавит 6 пакетов, только доставка будет не $13, а дороже. Как сейчас быть? Сейчас нужно заказывать вот так. Заказывайте, зелененький один добавили, 70 капсул. Добавили 2 больших отселлера один и добавили один смешанный. То есть за раз у вас выйдет $279 плюс $13 доставка, плюс $13 доставка. То есть у вас сейчас можно заказать 3 больших пакета, $13 доставка плюс 280. То есть сейчас смотрите, за $293 можно заказать 3 больших пакета старому партнеру и новому за $313. 3 больших пакета . Понятно, да, стратегия? То есть сейчас мы заказываем одновременно один 70 зеленый большой, один отселлер большой и один смешанный большой. Получается $293, 3 больших пакета за раз. И новому 313. То есть действуем по какой схеме? Действуем по такой схеме. Регистрируем себя вот сюда, влево регистрируем еще раз себя, и вправо тоже регистрируем себя. Нам надо первый раз сюда $313, и вправо тоже $313 надо, да? И здесь мы заказываем 3 больших пакета смешанных, и здесь 3 больших пакета смешанных. То есть это будет 70 зеленых, это будет
на 2 месяца от цели, и это будет месяц зеленый и месяц смешанный. То есть 3 вот так пакета мы заказываем. Теперь что получается? То есть мы зарегистрировали вот так себя 3 раза. Либо сюда поставили отец, жена, а здесь себя. Либо 3 раза себя. Надо 3 банковских карточки. Когда 6 пакетов вернется, то вы будете заказывать уже 6 пакетов сразу вот здесь. Вы вот так вот будете ставить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь будет 6 пакетов. И будет там стоить $573 вот здесь слева и $573 справа. Пока этой стратегии нет, пока есть стратегия по $313 влево и вправо. Продукта заказывайте больше, с избытком. Вам его не хватит, не хватает. И вот на $313 сюда заказали, и компания первый раз вернет за 3 больших смешанных пакета, 37,5, это будет, значит, 75 плюс 37,5. То есть, короче, $112,5 вернет сюда, и $112 вернет сюда. То есть, вот по такой стратегии мы работаем. Сюда заказали, то есть себя зарегистрировали, влево позвали себя, вправо себя, зарегистрировали 2 раза себя. Сюда заказали 3 больших пакета и 3 больших пакета сюда. По $112,5 вернулось, сэкономили, значит, на доставке небольшие деньги и получили продукта немного. Если нам надо больше продукта, то потом еще сюда берем 3 больших пакета и сюда еще 3 больших пакета. Но уже вернется, если первый раз возвращается 45 PV слева и 45 PV справа, то второй раз уже будет 225 PV лево и 225 PV право. То есть, когда вы один раз закажете, 45 PV вернется первый раз. А когда второй раз закажете, 225 PV влево и 225 PV вправо. Если еще продукта надо, значит еще 3 пакета влево, 3 пакета вправо. Стратегия понятна? То есть, вы заказываете по 3 пакета столько раз, сколько надо. Влево-вправо смотрите по балансу, по баллам. И вот заказывайте, заказывайте, заказывайте. То есть вам сейчас нужно организовать мини-склад. Вам нужно сейчас организовать, чтобы был запас. Потому что скоро будет мое турне по городам и странам. Бизнес будет развиваться быстро. Если я правильно поняла, чтобы быть активным, надо обязательно заказывать на $313. Нет, Роза. На $313 заказывать надо. Это первый раз на $313. А второй раз это будет $293. То есть первый раз $313, второй раз $293 будет. А чтобы активным быть, можно заказать продукт за $25. То есть, любая активность, вот здесь пакет за $25, здесь за $50, здесь за $103. То есть, любой пакет дает вам активность, любой. А я сейчас говорю о том, как купить продукт дешевле и как организовать мини-склад по более выгодной цене. Вот так. Сейчас то же самое. То есть, как заказ был на $103, он так и есть. То есть, вы на $103 можете вот заказать любой момент. Добавили, вот $103, заказали. Но на $103 вам продукт придет дороже. А если вы закажете влево на $313, вправо на $313, первый раз, вам вернется по $112 заказа за то, что вы пригласили под себя себя. Когда второй раз закажете, вы уже заплатите не $313, а по $293 заплатите. Уже по $112 не вернется, но вы сэкономите по $20 на второй покупке, и $225 пойдет в бинар слева и справа. Ну, то есть, вот такая сейчас схема существует.
президент обещал, что сейчас всем отправят продукт, склад в Европе откроют, производство сейчас расширят, сделают процесс более быстрым по упаковке и так далее. И пакеты по 6 вернутся, но доставка будет дороже. Вот это, в принципе, сегодня все, что я вам хотел сказать.